В городском округе один официальный пляж ежегодно. Его подготавливают и проверяют на безопасность. Но все эти меры не могут быть достойной заменой пляжам, которые мы привыкли видеть в отпусках. Предприниматели решили исправить эту несправедливость и обновить популярное место летнего отдыха. Также будет прокат водного транспорта и оборудования уже современного, которое молодежь на сегодняшний день востребована. В плане по благоустройству предусмотрены лаунж-зоны с лежаками и зонтиками для комфортного отдыха. После уточнения некоторых моментов присутствующие согласились, что городской округ давно нуждается в современном пляже. Идею благоустройства поддержали. Хороший проект, необходимо вовремя, главное сейчас, который мы рассматриваем, необходимо поддержать. И в ближайшие, все-таки, я думаю, на следующей неделе, если получится, давайте поедем вместе, ладно? Тогда на связи, ВКонтакте, там тоже по месту посмотрим. Какие-то моменты там посмотрим, где что как. А так давайте все будем двигаться, если намерения ваши есть, будем работать. Обновление городского пляжа не отразится на его статусе. Он останется бесплатным, но с коммерческими услугами. Далее был рассмотрен вопрос, который уже поднимался на инвест-часах – возобновление работы аэропорта Нефтекамск. На начальном этапе после проведения первого этапа, в принципе, аэропорт уже может работать как посадочная площадка. В смысле, уже может принимать воздушные суда, но регулярного пассажирского обеспечения как бы невозможно будет организовать. Это можно будет организовать в форме чартеров только, допустим, соответственно. А для того, чтобы аэропорт полноценно начал работать как аэропорт, принимать пассажиров, необходимо провести сертификации. И, соответственно, на это нужны сроки. Проект не только финансово затратный, тут недостаточно согласования на местном уровне. Поэтому говорить о каких-либо конкретных решениях пока рано. Но вопрос остается на повестке дня и не снимается с рассмотрения. Марина Медвинская, Эдуард Новиков, Роберт Сабиров. Информационная программа «Ежедневник».